Доброе утро! Пап, что-то случилось? Случилось! Встал, быстро! Я тебе сейчас кивну, пойдем! Ой, пап, больно! A few moments later. Это что? Где? Вот! Стена? Не это, а вот это! Стол? Да не стол! Над столом, что? Игрушки? А что я тебе вчера утром сказал? Сын, иди завтракать! А до этого? Сын, иди помой руки! А до этого? Сын, просыпайся, в школу опоздаешь! Ух ты, мелкий паразит! Я тебе вчера утром что сказал, когда ты уже помыл руки и позавтракал? Игрушки! Что игрушки? Ты сказал убрать их отсюда, а то они мешают! Ну? А что они делают перед моими глазами? Пап, я их обязательно уберу, я просто это забыл! Склероз, что ли? Забыл он! Не-не-не, все, с меня достаточно! Бери и уноси их куда подальше, желательно в мусорку. Пап, не бросай их так! Это еще почему? Они что, неприкасаемы? Они могут тебе отомстить за это! О, да? Да! И что, мне теперь надо извиниться перед ними? Да, конечно, несколько раз извинись, возможно, они тебя простят. Игрушка, прости меня, родная. Долго будешь оправдания придумывать? Ты меня не понял? Хорошо, пап, хорошо, я пойду и выкину. Но знай, я тебе помочь не смогу, когда эта игрушка будет за тобой охотиться. Да, давай. В мусорку. Я же ему сказал выбросить. Не хочешь выбрасывать, я его порву и сам выброшу. Это как? Я же видел. Да. Наверное, показалось. Жуть. Не, ну я же видел. Ну вот своими же глазами. Ну. Жуть какая. Наверное, не выспался. Пап! Ё-моё, да ты бы еще громче заорал. Пап, я вчера, когда игрушки выкидывал, Мишку потерял. Ты его случайно не видел? Да, вроде нет, не видел. Нет? Пап, когда увидишь, позови меня, ладно? Ладно. Вот и ладненько. Ничего себе, как время летит. Одеваться пора. Малой, вот это твой Мишка, иди! Где пап? Вот тут, в шкафу был. Пап, его здесь нет! Как ты мог увидеть Мишку там, где его нет? Ты что, болеешь? Так, ты знаешь это, давай, иди отсюда, найду, позову тебя. Хорошо, буду ждать! Нет, ну это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Надо выспаться. 100% мне надо выспаться. В мусорку. Сейчас мы тебя до потери пульса напугаем. Отлично. А что это мы тут делаем? Алик, думай, дурак, думай. Это что ты тут делаешь? В смысле? Ну ты в моем сне. Что ты здесь забыл? Пап, давай, ты что? Давай, просыпайся. В твоем сне? Серьезно, что ли? Конечно, что ты? Давай, просыпайся, ты что? Ну куда я пройду? Это сон. Мне надо выспаться. Мне точно надо выспаться. Малой, иди сюда. Да, пап. Иди сюда. Давай, говори, где ты был вчера ночью? Не врешь случайно? Я похож на человека, который тебе врет. Ладно, вали отсюда.
Так, а где мои тапочки, я не понял. Это... Малой, иди сюда! Хорошо, мам! Чё, пап? Это что? Мишка? Я так и знал. Это ты подкладывал Мишку, чтобы напугать меня. Оп, нет, нет, это исключено. Ты что-то путаешь. Нет, ничего я не путаю. Да, так, так, стопэ, стопэ, стопэ. Это я Мишку принесла. Зачем? Ну так я увидела, что он его выбрасывать пошел. Взяла обратно и принесла. Да? Ну тогда я это... Ну, прошу прощения. Как бы... Все, уходите. Мам, спасибо. Спасибо, на хлеб не намажешь. В карман не положишь. Ну тогда что я могу для тебя сделать? Что? Что? Убраться, наконец, в своей комнате. Я? Убраться в комнате? Да я уж лучше пойду папе признаюсь. Куда... Вот паразит, ничего не хотят по дому делать. А ну стоять! Лучше бы в комнате убрался! Напугать он меня хотел! А ну иди сюда! Баклажан!